Всем привет, друзья! У меня есть для вас супер бомбическая схема заработка на ТикТоке, так что долго не тянем и сразу приступаем к делу. Эта схема заработка, друзья, максимально простая. Вот мой ТикТок аккаунт, который я создал, просто перезаливая чужие видео. С его помощью я привлек рефералов на этот сайт, и они мне уже с полного нуля принесли 600 рублей за несколько часов. И в конце этого видео я вам покажу вывод этих денег. И если вам, друзья, вот это все интересно и вы хотите также зарабатывать, то обязательно смотрите этот видос до конца. И прошу, друзья, пожалуйста, поставьте лайк. Ведь чем их здесь больше, тем больше вы заработаете. Да и вообще, тем быстрее выйдет следующий видос. Так что лайк влупляем и приступаем к заработку. Итак, первым делом по ссылке в закрепленном комментарии заходим на сайт vksurfing.ru и проходим здесь самую простую регистрацию. Это сайт, друзья, где можно смотреть тиктоки, ставить лайки и за это вам будут платить деньги. И нам нужна, друзья, реферальная ссылка на этот сайт. Для этого жмем меню, здесь выбираем вкладочку «Рефералы». И вот она, ваша реферальная ссылка. Вы просто на нее кликаете, и она успешно скопирована. И теперь, друзья, нам будут платить по 20% от того, что заработает человек, который по этой ссылке перейдет и зарегистрируется. Теперь, друзья, заходим в Telegram, и нам нужно здесь создать свой канал. Жмем на вот этот вот квадратик. Дальше жмем «Создать канал» и, соответственно, его создаем. Называем его «Заработок в ТикТоке». Даем ему ссылку. Ну, я вот ему просто дал заработок в ТикТоке и жмем далее. Все, друзья, телеграм-канал у нас создан. И дальше, друзья, пишем пост. Лучший заработок в ТикТоке и других социальных сетях. И просто вставляем ту самую нашу ссылку на ВК-серфинг. И публикуем этот пост. Все, друзья, телеграм-канал у нас полностью готов. Вот так все просто. Теперь идем в ТикТок. В ТикТоке, друзья, тоже создаем новый аккаунт. Называем его заработок в ТикТоке. Даем ему имя пользователя. Ну, там что-нибудь заработок в ТикТок, там мани в ТикТок. И на аватар ставим денежки. А в описании профиля пишем следующее. Лучший заработок в ТикТоке в моем телеграм-канале. И вставляем, друзья, ссылку на ваш телеграм-канал через собачку. То есть, вот у вас есть тип вашего канала, заработок в ТикТок 1. Ну, у меня он так называется, у вас по-другому. Вы просто это все копируете и нажимаете вставить. И все, соответственно, жмем сохранить. А если вдруг у вас такой ссылки нет, то галочку с частного переносим на публичный телеграм-канал. Все, друзья, ТикТок аккаунт у нас полностью готов, с ним можно теперь зарабатывать. Теперь нам нужно находить популярные видео в ТикТоке, у которых много просмотров и лайков. Много — это желательно больше 100 тысяч, вот допустим, здесь больше 100 тысяч лайков. Чтобы такие видосы искать, просто вот так вот листаем ленту, вон, посмотрите, здесь все видосы очень популярные. Ну вот, например, дофигища лайков. Нам это видео, друзья, нужно скачать. Жмем поделиться, и здесь жмем скопировать ссылку. Для этого, друзья, заходим на бесплатного телеграм-бота ttsafebot, ссылка на него тоже будет в закрепленном комментарии, и вставляем в него эту, соответственно, ссылочку на это видео. Отправляем. И все, друзья, он нам выдает вот такое вот видео с ТикТока, без никнеймов, без значков ТикТока, и мы просто жмем поделиться и скачиваем его на телефон. Все, друзья, видео скачано, оно без никнеймов, без значков, чистое, как будто мы его сами сняли. Теперь, друзья, заливаем его в ТикТок. Жмем далее. И здесь прям в самом редакторе ТикТока пишем текст. Пишем реальный заработок на ТикТоке в моем Телеграме. И также через собачку проставляем эту ссылку. Жмем далее. И то же самое пишем в описании. И проставляем хэштеги там. Заработок, заработок в ТикТоке, заработок в интернете, чтобы видео собирали побольше просмотров. И, в общем-то, это видео просто берем и публикуем. Ждем, пока она загрузится. Все, видео у нас, друзья, опубликовано. И так как то видео, которое мы, собственно, скачали, уже популярно, то и наше видео тоже потихоньку начнет собирать просмотры. Итак, друзья, заливаем еще видосы. Давайте я этим и займусь. Итак, друзья, смотрите, пока я заливаю тут видосы, я залил вот еще 3 видео, и у меня уже первый потихонечку попер, смотрите, 130 просмотров, это отлично, пошли даже вон, 20 лайков уже понаставили. В общем, все работает, друзья, значит, продолжаем заливать еще. В общем, все, друзья, видосы я залил, они потихоньку начали собирать просмотры, вон здесь уже побежали просмотры, здесь уже много, на этом видосе пошли. И давайте, друзья, просто вернемся к вечеру и посмотрим, что по итогу получится, попросмотрим, глянем, сколько мы заработаем на ВК-серфинге. Ну а вы можете дальше продолжать заливать видосы и заливать их вообще столько, сколько вы можете и сколько хотите. Сейчас у нас как раз ровно 11 часов, так что, друзья, для вас пройдет всего несколько секунд, а мне придется подождать до вечера. Ставим лайк, друзья.
и возвращаемся уже через несколько часов. Итак, друзья, у нас уже 16 часов, уже вечер. Я для наглядности покажу все итоги работы уже с компьютера. Посмотрите, вот мой TikTok аккаунт. Один из видосов вообще, друзья, сошел с ума и собрал уже 18 тысяч просмотров. Какие-то собрали там 6, 2 тысячи, ну какие-то собрали не очень много, 400, 1300. И по итогу этот TikTok аккаунт мне принес уже 1200 рефералов вот на сайт VK Surfing. И они мне принесли, друзья, 638 рублей чистой прибыли. То есть вот так вот за несколько часов с утра я абсолютно с нуля заработал 600 рублей. Ну и давайте, друзья, их будем выводить. Итак, вывести деньги здесь, друзья, можно куда угодно. На Kiwi, на Яндекс, на WebMoney, на баланс мобильного телефона. Я, кстати, смотрите, пока переходил с вкладки, уже у меня пришло еще несколько копеек. Там было, по-моему, 20 копеек, уже 90. То есть рефералы мне на полном пассиве и дальше приносят деньги. Я выводить буду на Kiwi, указываем 638 рублей. Жмем вывести, здесь выбираем Kiwi кошелек. Я его уже указывал, я знаю, что этот сайт платит, с него уже неоднократно выводил. Нажимаем подтвердить, все, заявка у нас на вывод улетела. И как только она капнет ко мне на Kiwi кошелек, я вам сразу это все покажу. А вообще здесь, друзья, выплаты приходят вот каждую субботу, здесь написано. Но я написал в техподдержку и попросил их, чтобы они мне выплату ускорили и, соответственно, вывели деньги как можно быстрее, так как я это делаю специально для ролика, и чтобы не затягивать выход ролика каждой субботы. Они, естественно, согласились и сказали, что в течение нескольких часов деньги уже будут лежать на вашем Kiwi кошельке. Этот сайт, друзья, платит, я его уже неоднократно проверял, здесь вот можно посмотреть мою историю выплат, поэтому как только денежки придут ко мне на Kiwi, я вам сразу покажу. И вот, друзья, действительно, деньги спустя несколько часов капнули ко мне на мой Kiwi кошелек, 638 рублей, как и заказывали, все отлично пришло, вот даже обновляю, и, соответственно, это не скриншот, все лежит. Все на месте. Так что вот так, друзья, максимально рабочая схема для вас. Дальше она будет приносить вам деньги на полном пассиве. Видосы будут сами собирать просмотры. Вы лишь там раз в день, в два заливайте там 3-4 видоса. И, соответственно, они будут собирать просмотры. И на полном пассиве приносить вам рефералов, а рефералы вам уже деньги. Так что все работает, все платит, пользуемся. Ну а на этом видео подошло к концу. Если оно вам понравилось, друзья, обязательно оцените его лайком. Напишите любое свое мнение в комменты. И обязательно не забудьте подписаться на канал, а также кликнуть на колокольчик. Ведь именно так вы, друзья, не пропустите следующие не менее прибыльные схемы, сайты или способы заработка. С вами был Мастерингу, всем удачи, пока!